Новый канализационный коллектор появится в Братске через 2 года. Работы уже идут. Вопрос о реконструкции обсуждался 5 лет. По словам специалистов, старый коллектор находится в предаварийном состоянии. На всю работу потратят почти 190 миллионов рублей, которые Братск выиграл в конкурсе Международного банка реконструкции и развития. Общая протяженность участка почти 3000 метров от федеральной трассы до очистных сооружений. По состоянию на сегодняшний день выполнено почти 1 километр работ, то есть это конкретно 955 метров. Работы выполняются открытым способом, то есть траншея, в которую укладывается новый трубопровод. Используются для этого специальная, так скажем, технология. Она, в принципе, она достаточно передовая, но для Братска это не новое. Мы уже на протяжении ряда лет, наверное, уже можно сказать, что скоро почти 10 лет будет, как используем это применение полиэтиленовых труб. ПВХ-трубы износостойкие, говорят специалисты в администрации, заверили. Срок службы достигает 100 лет.